Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас будет обзор серия Люск Ролеплей. Не знаю, правильно я читаю или нет, потому что мой английский желает мне лучшего, ну да ладно. Так, муник здесь Кирилл Путбуль, бонус здесь 500 тысяч, мне основатель сервера хотел выдать, типа, много денег, но, блин, я написал ему, типа, не надо, он мне выдал сначала 25 миллионов, я говорю, я лучше буду как обычный игрок. Я сейчас вам покажу со стороны обычного игрока. Я модпак установил, IP группа модпак будет в описании, в принципе. Бонус здесь 500 тысяч, и для моих любимых, то есть для вас подписчиков, здесь есть промокодик. Активация промокода, пишем промокод Кирилл Гейм, я не помню, там хэштег надо писать или не надо писать. Промокод не существует, давайте еще раз хэштег, по-моему, надо писать. Хэштег Кирилл Гейм. Во, пацаны, вот такой вот промокодик, ссылочка, точнее, я его оставлю в описании. 3000 доната, пацаны, специально для вас, просто для моих самых любимых. Ебать, надо на права сдать. Так, хорошо, что здесь автошкола близко. Ну, подобный мод я уже видел, но, возможно, здесь мы видим что-то новое еще. Но подобный мод я уже видел. Недавно, по-моему, я видел, не помню какой сервер, но я видел. Я все серверы, какие обозреваю, я запоминаю эти моды и могу вам сказать, но именно название серверы я не помню. Так, вы начали тест, отправляйтесь на парковку автошколы и возьмите транспортное средство. Хорошо, сейчас, короче, идем, берем X5M. Да, пацаны, X5M именно берем, будем на нем сдавать. Посмотрим, какие здесь машинки есть, в принципе. Вот это слово «в принципе», я думаю, оно вас уже задолбало, как и меня. Но никак не могу себя отучить от этого. Так, как там ее завести? Ага. Как фары включить? Фары можно? Фары. Так. Alt надо нажать, чтобы фары включить. Во! Вот это другое дело. Так, все, поехали. Я не знаю, здесь можно нарушать, не можно, но... Да, на сервере есть небольшой бонус. Я считаю, что 500 тысяч это небольшой бонус. И это самый лучший бонус, какой можно было бы, в принципе, сделать. Обратно в принципе, блядь. Чё я за человек такой? Вот не могу я себя отучить от этого слова. Извиняйте меня, пожалуйста. Никак не могу себя отучить. Сейчас посмотрим. Пока что я багов не вижу. Не буду говорить это слово. Пока что я просто багов не вижу. Вот и все. Ну, сейчас мы посмотрим работы, какие есть подработочки. Хотя бы на право... Нихера себе X валит. Нормально так. На права сдаем. Так, вот подписчик... Или подписчик, я не знаю, вроде это... А, да, это подписчик, по-моему. Основатель сервера, по-моему, это подписчик. Подписчик нарушает, но я не хочу нарушать. Я постараюсь соблюдать ПДД и правила там сервера и так далее. Ну, вы поняли, короче. Я пытаюсь соблюдать на каждом сервере, чтобы, знаете, если будете нарушать на одном сервере, вы потом будете нарушать на всех серверах, понимаете? Вот в чем проблема. А я стараюсь соблюдать на всех серверах правила и ПДД. И вам тоже советую, кстати. Иногда можно сделать вот так вот. Ладно, не буду вам плохой пример показывать. Кстати, здесь светофоров как-то много, очень, очень много. И, кстати, поворотнички, они очень даже хорошо работают, вообще сразу срабатывают. Довольно-таки круто. Но тормоза на их все какие-то не очень. Что это за моделька, давайте посмотрим. А, это у нас обычный X5, как в криминалке. Как бы это он и есть. Тормоза у него, конечно, не очень. Возможно, это и от модели зависит. Но я точно не знаю. ЕКХ 030. А почему 030 номера? Это ж не 30-й кузов. По идее. Ну ладно. Ух ты, кстати, там что-то было. Ну ладно, это мы потом уже посмотрим. Я не знаю, когда открылся сервер этот. Недавно, не недавно. Я в группу заходил, да. Но я там модпак нашел. И все, сразу на сервак решил зайти. Ну, мотопак неплохой, кстати. Вот. Хотя X5 и старенький мне больше нравится, чем X5M. Но они оба такие красивые, но как-то обычный X5 и старенький, он как-то мне лучше. Кстати, народ заходит. Вообще круто. Реально народ заходит. Это хорошо. О, велик. Сейчас мы себе велик стыбзим. Все, поздравляем, вы получили водительские права. Хорошо, благодарю. Так, у нас есть теперь велик. Что довольно-таки круто. Теперь мы можем ехать дальше.
А дальше мы, наверное, поедем куда? Сейчас мы GPS откроем. Так, на обочинку ставим. Так, по работе. Банк, автосалон. Давайте, я думаю, в первую очередь я хочу в автосалон. Я люблю машинки смотреть, какие есть в разных автосалонах. Надеюсь, мне какая-то тачка не понравится. Я не буду просить у админа денег, чтобы он мне дал на нее. Вот, ну, так, вы стояли когда так на светофоре, а? Оп. Хотя на велике, блин, можно и нарушать, как бы. Я считаю реально, что на велике можно нарушать, как бы. Вот прям вот так вот, по-жесткому. Я, ну, прикольный велик. Не знаю, вот на красном стоит на велике, и, типа, по полям нельзя ездить. Такой бред, реально, такой бред просто. Не знаю, я, блин, если был бы у меня сервер, я бы разрешал на велике ездить бы где угодно просто, ну. Только вот этим не заниматься, вот так вот не делать. Вот это уже багаюсь называется. Где такая стрелочка стоит. Там типа что, ну, есть что-то внизу или... Нет, там ничего нету. Блин, засмотрелся. Давайте доедем до Нашана. Судя по всему, там находится автосалон. И посмотрим, какие же машины есть в модпаке. Опа, Чапа Идей пришел вообще зашибенно просто. Давайте сейчас доедем по-быстренькому до Анашана. Хотя, блин, я не по правам поехал немножко. Вообще надо через кольцо бежать вниз. Ну, я же на велике, мне как бы можно. Ага. Ну, и Анашан я уже такой тоже видел. Я не знаю, чей это мод вообще и так далее. Но я считаю, если мод хороший, да, я там не слежу за модами этими и так далее, блин. Мне вообще посрать. Если мод хороший, без багов... О, прикольно, кстати, такая большая, блин, прям мужская такая, блин, менюшка, чтобы тачки убирать. А сколько? 5 лямов, да, стоит? Ага. 50 тысяч, 4 миллиона. 120 тысяч, кстати, нам ее на нее хватит даже. 700 тысяч. 4,5 миллиона Панамера. Кстати, очень классная моделька. Вы заметили прям? Прям, муа, секс просто. Сколько она стоит? 4,5 миллиона. Ну, конечно же, мне не хватит. Ну, блин, я бы мог попросить у админа денег, но, блин, я не хочу. Я хочу вам показать сервер от лица обычного игрока. Блин, Мерс охуенный такой, блин, бананчик прям. Прям бананчик. О, да. О, да. Блин, ну, соблазнят, конечно, мне эти модели какие красивые. Блин, забыл, как Мазерати, Мазерати называется. Сколько? 100 тысяч Мазерати. Нормально тогда. Так, 20, 150 тысяч, 5 лямов. Так, снегоход есть. Range Rover есть, 7 миллионов. Кстати, вот этот старый Range Rover мне больше нравится, чем SWAT, там всякие и так далее. Давайте, Ford, блин, забыл, у нас мусором таких ездят. О, Toyota Land Cruiser, крузак. 7 миллионов Cadillac Escalade. Так. Еще буханочка родная наша, любимая. Иша, Yamaha. Yamaha, конечно, топчик. Тракторенок. Тракторенок. 5 миллионов стоит Ferrari. 300 тысяч стоит Шнива. 1 миллион стоит вот такой вот Mercedes. Ну, на самом деле, блин, очень знакомый, кстати, тоже модпак. О, какая Супра. Ух ты, какая. 400 тысяч она стоит, кстати. Блин, ладно, давайте дальше посмотрим. Я вам машину покажу, короче. Но я хочу Супру. Мне тем более на нее хватает. Надеюсь, она будет валить. Я не зря ее куплю. Так, Лжана. Ну да, знакомый модпак на Эвересте. Но тут модели заменены другие. Ну, не точно, что такой модпак, но очень похож. Альфа Ромео, Ламборгини, Авентадор, Роллс-Ройс, Е63. Че, два тут? Ну, о, GTR. GTR. Ух ты, какой Мерседес. Гелич. Забыл, как называется. Вот это, конечно, блин, этот Мерседес красивый очень даже. Моделька прям, видите, какая, какие сиденья, блин. Не, модпак. Бля, охуенный модпак. Прям вот охуенный просто. Квеста. Бля, еще один эскалейт. По кругу пошел уже. Так, короче, нам нужно Супра. Пацаны, нам нужно Супра. 400 тысяч стоит. Супра у нас, по-моему, да? Да, где-то она тут рядом была. Сейчас. Где-то здесь. Вот, по-моему, она была. Куда я там сесть листал, я не помню. В эту сторону. Так, стоп. О. Все, беру нахуй.
Просто я беру ее. Я дома, блин. Это так победитель просто по жизни, блядь. Я нет дома, чтобы купить машину. А, точняк, у меня же донат есть. Вот и я туплю, конечно, да? Так. Ага, ага. Конвертировать валюту. 1 рубль, давайте 2000 донатов. О, 2 ляма, все. Ладно, давайте возьмем Ямаху, чтобы побыстрее доехать. Ой, извиняюсь. Поехали. Все, у нас 2 ляма еще есть сверху, поэтому... Попробуем здесь дом где-то ухватить. Надеюсь, у нас это получится. Так, а сколько такой дом стоит? Можно, пожалуйста, узнать. 3 ляма. Че так дорого? Можно подешевле, пожалуйста. Так. Лям с половиной, да, он стоит? Все, нам не продали дом, короче, потому что, ну, я не хотел элитный себе дом. Хотя тут интерьер, блядь, нихуя себе, я вам скажу. Так, здесь, по идее, должен быть бассейн. Оу, райт. Пацаны. Пацан поднялся, называется. У меня еще 2 ляма есть, кстати. Хотя у него он стоил сколько, я так и не увидел. Так, ванная. Ну, нормальный дом, пойдет, пацаны, пойдет. Как раз вот же я Анашана купил дом. Поэтому все будет очень даже круто. Так он что-то горит таким цветом. Это стоп, я его не купил, бля, вот я дебил. Надо бай было прописать, бай. Батя, конечно, молодец, я просто в него вошел. Все. Я красавчик. Теперь можно ехать покупать все тачки. Этим мы сейчас и займемся. Тебе бизнес похож или нет? Ари-на-ари-на-ари. Блять, не хватит мне денег. Я перепутал, мне денег не хватит. Ну ладно, не будем покупать тогда. Я думаю, это будет сильно жирно для первой такой серии обзора сервера. Давайте зайдем, короче, купим себе супру, я думаю. Хотя, может, и не супру. Хотя, нет, супру купим, потому что нам на нее хватает. Так, денег, а я не хочу сильно. Сейчас на нее блаты въебем еще, вот это будет красиво, я думаю. Так, где-то здесь должна быть супра. Вот, вот она, вот. Вот. Прям вот. Вот. Тут прям. Где этот цвет мой любименький? Мне понравился. Вот он, назад, все. Все, беру нахуй, все. Давай, покупаем, заебись. Так, беру, все. Благодарствую просто. Сейчас, просто въебем сейчас плат номера на нее. Пишем донаты. Привести VIP-номер на автомобиль. Ну, да-да-да, давайте мои любимые номера поставим. В88ВВ. Регион пусть будет 3 семерочки. Мои любимые номера. Красный, да. Оурайт. Ебать, супра. Ух ты, блядь. Какая девочка. Ух ты, ёпта. Нормально. Блядь, супра реально охуенная, кстати. Надо нитро не. Поехали ее затюним. Просто, пацаны, я влюбился в эту супру. Она охуительная просто. Охуительная. Реально. У меня еще осталось 800 доната, пацаны. Поэтому, блин. Вы реально можете зайти тупо жить, как я. И все. Реально, блин. Можете дома на Рублевке скупить, кстати. Вам хватит. Ну, как раз у вас 3,5 миллиона будет. Вы сможете себе купить дом на Рублевке за 3 ляма и супру. Я думаю, довольно-таки неплохо. Эти супру стоит убрать. Короче, чуваки, меня крашнуло. Но я перезашел. Сейчас едем скин купим. Блять, тормоза, конечно, какие-то не очень у него. BBS стоят. Блин, ну именно расширение, вот это, знаете, бампер, такой у него. Такая попочка карбоновая, там все дела. Это на самом деле круто выглядит. Но какой-то хрен у меня нитро нету. Как еще жопа опускается, блин. Просто бомбезная именно моделька супры. Почему, блядь, на Мазинге такой нету, блядь? На Мазинге мне не нравится супра. Вот это красиво, реально. Так я бы себе такую купил бы. Такой выхлоп еще, такой пацанский, блин. А, просто. Просто космос, реально. Просто космос. Так, 24 на 7, магазин одежды, окей. Ход ебать 4500, нихуя себе, блядь. Это загоняет пацанчик. Так, давайте купим себе какой-то скин. А, 3 ляма, да? Угу. А может что-то побюджетнее? Нихуя себе. Ух, ебать, Армен какой, ебать. Так. Армия. Да. Ебать, так обоссался, блин, какой-то чувак.
Что бы нам взять такое-то? Бля, прям ничего такого нету. Блин, я даже не знаю, что взять, на самом-то деле, так. Что? Давайте тогда купим себе вот этого. Артура, ебать. О! Выйти, окей. Золотые часы, или какой просто. Hello, hello, my friends. Сука, пиздец просто. Я такой угар. Просто, это машина, ему надо приору покупать просто. Лада баклажан там, лада седан баклажан, это его тема. А вот такие машины, это не его. Вообще не его. Ну ладно, на этом будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, IP-группа ModPack будет в описании. Кому понравился сервис, заходите, играйте и ждите новых серий. Всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night.